Привет, ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 684 из учебника «Математика 6 класс» Виленкин-Жохов. Давай откроем учебник и прочтем условия задачи. Токарь, выточив на станке 145 деталей, перевыполнил план на 16%. Сколько деталей надо было выточить по плану? Итак, краткое условие задачи. Выточил 145 деталей, при этом на 16 больше процентов, чем был план. Сколько же всего было по плану деталей? Итак, у нас есть 145, и мы знаем, что это на 16 больше, чем по плану процентов. Но если вот мы думаем, поскольку речь идет о процентах, то всегда то, что вот по плану или за целое, сколько процентов берут? Правильно, 100. То есть выточил он на 16% больше. Если всего было 100, и он выточил на 16 больше, то сколько процентов он выточил? Конечно же, 100 плюс вот эти 16. Да, то есть 116% это то, что он выточил. Теперь мы знаем, что 116% равняется 145 деталей. Да? Но как же нам узнать, сколько же был план? Для этого мы воспользуемся правилом нахождения числа, зная значение его дроби, его части. А поскольку процент – это просто какая-то часть числа, и которую мы можем представить в виде десятичной дроби, да, чтобы работать с ним, поэтому у нас как получается, что вот есть значение, есть часть, есть дробь, и мы можем воспользоваться этим правилом. Кстати, видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть на нашем сайте, перейдя по ссылке под видео. А я напомню, что для того, чтобы узнать это число, по правилу мы должны значение поделить на нашу дробь, либо на вот нашу часть, в чем она у нас представлена. В данном случае в процентах мы проценты переводим в десятичный дробь, 100% это уже 1 целая, и еще 16% это 16 сотых. Делим и получаем 125 деталей, которые надо было выточить по плану. И на этом задача решена. Если тебе понравилось видео, ставь лайк. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под видео. Также переходи на наш сайт, где ты сможешь решить самостоятельно похожее проверочное задание. И получишь за это баллы. А каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получат пополнение счета на свой телефон. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я со всеми прощаюсь. Спасибо за внимание и до следующего видео.